风一声扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场。生死一念，天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈。逐鹿中原，你就为了那一天。夕阳下，我望见你调转马头，一鸣时，我接过你千军万马。我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血浇灌深爱的土地，为家国，为梦想升起。Брат, на этот раз Хуан Тайди собирается тебя наказать. Неважно, что он отнял у меня титул. Я боюсь, что скоро он заберет у меня белое знамя. Как только он отнимет у меня мою военную силу, он меня уничтожит. Он раздавит меня, как таракана. Дядя, тогда что мы будем делать? Назад пути нет. Скажи, как мы можем поступить? Он думает, что я такой же, как Амин и Монгултай. Хуан Тайди, в прошлый раз я показал тебе свою силу, но ты не извлек из этого урок. Отец, почему вы так добры и сохранили ему жизнь? Раз вы не убили его, то должны были забрать белое знамя. За эти 10 лет белое знамя под командованием Даргона стало сильнейшим из 8 знамен. Ты видел, как белое знамя очень предано ему. Если я сегодня заберу его силу, то у меня будет много проблем. Отец, раз белое знамя такое сильное, вы все равно не боитесь мятежа? Позволим им это сделать. Если у них хватит смелости, то у меня хватит терпения. Хаоге. Да. Следи за Даргоном и его братьями. И за Шоу То тоже. Докладывай обо всем подозрительном. Если начнут действовать, тут же арестуй. Слушаюсь. Лань. Я свожу тебя погулять в сад. Госпожа, съешьте немного каши. Оставь здесь. Лань, ты должна поесть. Ваше Величество, я не голодна. Если так будешь продолжать, твое тело не выдержит. Я уже потерял сына. Не хочу потерять и тебя. Ваше Величество, прошу, позвольте тетушке забрать девятого принца. Наш сын имел привилегию называться наследным принцем. Но у девятого принца еще нет имени. Праздник в честь дня рождения отменен, и я чувствую себя виноватой из-за этого. К тебе это не имеет отношения. Это моя идея.
Ваше Величество, люди во дворце будут думать, что это моя идея. Будут думать, что я соблазнила вас, поэтому вы и пристрастны. Поэтому ради меня. Быстрее дайте имя девятому принцу. И позвольте тетушке забрать его во дворец. В такое время ты еще думаешь о других. Хорошо, я обещаю тебе. Но ты тоже пообещай, что будешь есть. Спасибо, Ваше Величество. Госпожа! Госпожа, хорошие новости! Императрица забрала девятого принца в свой дворец. Правда? Юнге попросила Сяо Шунзы передать эту новость. Сынок, я так сильно переживала за тебя. Император также дал ему имя. Госпожа, угадайте, как он назвал девятого принца. Не томи, говори же. Как назвали моего сына? Его имя Фулинь. Фулинь. Какое прекрасное имя. Его ждет удача и счастье в жизни. Император дал девятому принцу это имя. Это доказывает, что император возлагает на него большие надежды. Какие надежды? Я просто хочу, чтобы мой сын был здоров и в безопасности. Этого достаточно. Фулинь. Фулинь. Евнуху. Это серебро, которое передала императрица. Вы старательно днем и ночью охраняете холодный дворец. Императрица вознаграждает вас обедом на императорской кухне. Ступайте. Быстрее. Императорская кухня? Императрица приглашает нас двоих на обед. Евнух У, мы спим? Разве мы спим? Она служит императрице. Она не будет нас обманывать. Но императрица приказала охранять холодный дворец. Разве император и императрица не одна семья? Пойдем. Евнуху, ключи, если вдруг императрица вернется. Только не потеряйте их. Моя жизнь зависит от них. Не переживайте. Хорошо. Джей-Джи! А ну скажи мне, кто позволил принести Фулиня в холодный дворец? Ты много раз нарушала приказы и приходила сюда. Что такое? Госпожа, ничего такого. Быстрее зайдите обратно, чтобы принесла не заболеть. Принесла его сюда. Госпожа, не ходите! Ты игнорируешь приказы и игнорируешь императора. Ваше Величество, почему вы так жестоки? Юа родила девятого принца. Девятый принц — ее сын. Юа лишь хочет взглянуть на него. Нет. Она это заслужила. Тем, кто не подчиняется моим приказам, не сойдет это с рук. Сынок! Мой сын! Откройте! Госпожа! Ваше Величество, я умоляю вас, позвольте Юа увидеть сына. Он не только сын Юа, но и ваш. Ваше Величество. Он правда мой сын? Госпожа, девятый принц, мой малыш. Если он не ваш сын, то чей же? Откройте! Только та женщина за дверью знает, мой ли он сын. Ваше Величество, откройте! Госпожа! Откройте! Стража, здесь! Ваше Величество, отпустите! Ваше Величество! Мой сын, с дороги! Не навредите ему! Кто разрешил тебе выйти? Малыш. Кто разрешил? Это мой сын! Я никому не позволю причинить ему боль! Ваше Величество, если вы хотите, убейте нас! Позвольте мне умереть вместе с Фулинем! Хочешь умереть, не осознав своей вины? Хорошо. Я помогу вам. Ваше Величество! Джей-Джи, все это из-за тебя. Ради них ты идешь постоянно против меня. Чего ты добиваешься? Ваше Величество, я умоляю вас прийти в себя. Это ваша наложница. И это ваш сын. Как вы можете так жестоко с ними поступать? Как ты смеешь? Она выглядит как моя наложница.
Неужели ты хочешь, чтобы я закончила так же, как и наложница Шу? Маньюй умерла, даже не осмелившись высказаться. Я человек, а не глухое животное. Госпожа! Госпожа Юар! Ты человек. И я тоже человек. Хорошо. Ты заставила меня страдать. И ты будешь страдать всю жизнь. Делюй. Да. Изгнать Фулиня из дворца и сделать простолюдином. Юар больше никогда не увидит сына. Запомни, сделаешь хоть шаг из холодного дворца, и тебя казнят. Ваша... И еще ты. Придешь еще раз в холодный дворец, и я уже не буду милосерден. Ваше Величество! Ваше Величество! Нет, мой сын! Госпожа! Госпожа! Госпожа, Ваше отдайте Величество. Его мне! Госпожа! Ваше Величество! Отдайте мне, госпожа! Госпожа! Отдайте! Сынок, давайте нет! Сюда. Мой сын! Мой сын! Госпожа! Госпожа! Император! Ты сошел с ума! Ваше Величество, просим, обдумайте еще раз. Я лишу титула императрицу Джедже и дарую его императорской наложнице. Ваше Величество, вы не можете так поступить. Не можете! Ваше Величество, императрица добродетельна и благопристойна. Она стала вашей супругой по приказу бывшего императора. Вы не можете лишить ее титула. Да, Ваше Величество. Все эти годы императрица была очень ответственной и преданной, будучи матерью для народа. Ее все любят и уважают. Вы не можете лишить ее титула. Не пытайтесь меня переубедить. Я уже принял решение. Лань, вставай. Что ты делаешь? Ваше Величество, если вы решили лишить титула императрицу, я не встану с колен. Ты нездорова. Ваше Величество, я знаю, вы потеряли восьмого принца, и вам очень больно. Я чувствую то же самое. Но если вы вините императрицу, Юары девятого принца, то я действительно стану преступницей. Почему ты так говоришь о себе? Мне очень повезло, что вы полюбили меня. Я очень ценю это. Моему сыну не повезло. Он рано умер. Это потому, что я не совершала много хороших поступков. Это не вина других людей. Ваше Величество, я уже потеряла своего ребенка. Я прошу вас заботиться обо мне и ценить меня и больше не давить. Я о тебе забочусь и ценю. Поэтому хочу сделать тебя императрицей. Хочу отдать тебе всю любовь, чтобы компенсировать твою боль. Не надо. Я не хочу быть императрицей. Я знаю себя и свое место. Я недостаточно хороша, чтобы взять такую ответственность. Не хочу, чтобы меня осуждали. Я уже потеряла своего ребенка. Не хочу снова проходить через страдания и осуждение людей. Кто посмеет осуждать тебя? Кто? Люди по всей стране будут осуждать, простой народ будет. Они будут говорить, что я роковая женщина, что я расчетлива и манипулирую вами ради почестей, Ваше Величество. Я просто хочу быть простой женщиной. Я не хочу плевков в свою сторону, не хочу ответственности. Я лишь хочу вести спокойную жизнь. В этом дворце хочу жить обычной жизнью. Мне достаточно вашей любви. Ваше Величество, я умоляю вас, не толкайте меня в самую бурю. Не позвольте людям осуждать меня. Хорошо? Спасибо, Ваше Величество. Госпожа. Госпожа. Почему он хочет лишить императрицу титула? Я не знаю.
Восьмая невестка великодушна и добродетельна. Где она ошиблась? Чем она обидела его? Император зашел так далеко, что наказал ее. Похоже, что что-то произошло во дворце. Принц Джой! Приветствую, 14-й господин, 15-й господин. Юнге, зачем пришла? Как императрица? Все в порядке. Она велела мне просить вас об одолжении. Говори, я помогу всем, чем смогу. Император велел изгнать 9-го принца из дворца. Что? Почему? Принц Джой, не торопитесь. Это место, где сейчас находится 9-й принц. Фулинь. Малыш. Госпожа. Сынок. Госпожа. Фулинь. Даргон. Даргон! Четырнадцатый господин! Проведайте госпожу. Юар! Открой глаза, посмотри на меня. Это Даргон. Даргон. Почему ты здесь? Почему твоя болезнь так серьезна? Почему Хуан Тайдзи так поступает с тобой, Юар? Это все еще моя Юар. Даргон, не расстраивайся. Ты смог прийти ко мне. Этого достаточно. Это моя судьба. Я запрещаю тебе говорить про судьбу. Это не может быть нашей судьбой. Я не хочу всю жизнь страдать. И не позволю ему всю жизнь втаптывать меня в грязь. Юар, ради тебя я больше не буду мириться. Я все-таки использую свою силу, чтобы вернуть тебя. Что ты хочешь делать? Я не могу молча смотреть на то, как ты всю жизнь проведешь в этом холодном дворце. Я не могу смотреть на то, как ты живешь вдали от своего сына Фулиня. Даргон. Мой Фулинь. Этот Хуан Тайди, он ведь загнал нас в угол. Юар, скажи мне, в чем польза от этого терпения и трусости? Мы и так достаточно потеряли. Достаточно заплатили и достаточно терпели. Но я боюсь. Правда, очень боюсь. Юар. Не бойся. Даже если небо упадет, я удержу его для тебя. Даргон, не делай глупости ради меня. Не хочу, чтобы ты боролся с ним. Юар, на этот раз Хуан Тайди загнал нас в угол. Ты умрешь. В этом холодном дворце или от болезни, или от старости. Если я буду и дальше продолжать терпеть, то в итоге закончу как Амин и Монгултай. Хуан Тайди не пощадит нас. Но мы станем преступниками, великий Цин. Преступники мы или нет, пусть потомки решают. Мы не боги и не святые. Мы просто обычные люди. Мы даже не можем выжить. Почему мы должны заботиться о мире? Юар, просто скажи мне, хочешь ты встретить своего сына? Хочешь увидеть Фулиня? Даргон, я хочу увидеть Фулиня. Верь мне. Я помогу вам встретиться.
Додо, как у тебя ситуация? С белым знаменем нет проблем, мы готовы. Шоуто, ты хорошо подумал? Я хорошо подумал, дядя. Мой брат умер из-за давления. Хуан Тайди. Сейчас я командую красным знаменем. Я буду следовать за вами до самой смерти. Есть я. Два белых знамени. Самые сильные из всех восьми. Красное знамя присоединилось к нам. И теперь у нас в руках три знамени. Хуан Тайди хочет взять над нами верх. Это будет не так просто. Он должен помнить, что белое знамя опытно и хорошо натренировано в настоящих боях. Брат, не переживай. Мы все будем на твоей стороне. Если выживем, будем жить в почете. Если умрем, то умрем вместе. Хуан Тайди, не суди меня за преступление. Ты несправедливо обошелся с нами. Сейчас ты понял? Даргон, нужно было раньше меня слушать и убить его. Так и решим. В ночь полнолуния объединим силы и начнем мятеж в павильоне Фэньи. Отец! Отец! Плохие новости. Даргон и Додо замыслили и поднимают восстание. С ними Шоуто и Мань Дахай. Докладываю! Принц Джен, император приказывает вам взять самые сильные войска и вернуться в Шэньцзин. Хорошо, сейчас же отправляемся. Слушаюсь. Вперед! Вперед! Вперед, вперед, вперед! Завтра утром, когда Даргон и Додо придут на совет, вы схватите их у ворот Дацин. Есть! Отец, а если они не придут? Если не придут, то два желтых знамени окружат особняки Жуя и Юя. Схватят их внутри, не дав сбежать. Хаогэ, здесь. Ты должен арестовать Шоуто и Мань Дахая. Схвати их за воротами Дацин. Не дай им встретиться с Додо и его братьями. Я позволил им стать сильными, а они пошли против меня. Не вините меня за жестокость. Я хочу, чтобы они знали цену восстания против меня. Дзиргалан. Здесь. Командуешь желтыми знаменами. Будешь контролировать павильон Фэньи. Не дай белым знаменам объединиться. Устрой засаду и убей их всех. Слушаюсь. Даргон. Завтра выживет только один из нас. Что-то идет не так. Я думаю, что Хуан Тайцзи уже узнал о нашем плане. Нужно выступить заранее. Сегодня в полночь. Чтобы вам не выдать себя, вы должны вести себя как обычно. Понял. Понял. Возможно, история Великой Цин сегодня ночью изменится.
Ваше Величество, срочное сообщение. Жуньга, пошли со мной в храм предков. Да. Охраняй снаружи, никого не впускай. Я хочу побыть один. Есть. Мои предки. Потомок Хуан Тайди смиренно стоит здесь. Я делал все возможное в течение последнего десятилетия для империи Цин, унаследованной от вас. Но сегодня я столкнулся с трудной ситуацией. Я потерян и напуган. Я боюсь, что мои действия разрушат великую Цин. Предки, прошу, подскажите, что мне делать. Даргон начинает восстание. А недавно империя Мин, чтобы защитить западный район Ляо, направила войска, более 100 000 солдат, к реке Сяолинь. Сначала мне решить вопрос с восстанием Даргона, а затем с армией Мин. Или сначала пойти против Мин, а потом разобраться с моим мятежным братом. Жуньге! Ваше Величество, отправляйся к особняку принца Жуя. Пригласи его на трапезу в холодный дворец. Хочу пригласить его выпить. Скажи, он обязан прийти. Да. Брат, ты не должен сегодня идти. Он устраивает хунмэньский пир. Использует Юй, чтобы арестовать тебя. Брат, вечером мы выступаем. Подумай, что это за совпадение? А Хуан Тайди приглашает тебя в холодный дворец к сестрице Юй. Неужели ты не понимаешь, что это значит? Если пойдешь, окажешься в ловушке. Да, все верно, 14-й дядя. Охрана не может пойти с вами. Вы пойдете один, а это опасно. Брат, послушай меня. Забудь сегодня о сестрице Юй. Думай о нашей матушке, о наших знаменах, о нашем будущем. Брат, ты должен стать императором. Как только получишь трон, сестрица Юй тоже будет твоей. Не отвлекайся сегодня вечером. Додо. Он использует ЮАР, чтобы угрожать мне. Если я не приду сегодня, то, возможно, больше никогда не увижу ЮАР. Хуан Тайди знает о нас, ЮАР. Ты что, не понимаешь? Из-за меня Юй отправили в Синджику, а потом заперли в холодном дворце. Хуан Тайди ненавидит меня. Поэтому он и обращается жестоко с ЮАР. Подумай. Сегодня ночью Хуан Тайди ждет меня в холодном дворце. И я не пойду туда, а направлюсь в павильон Фэньи. Что будет с ЮАР? Если в результате ЮАР умрет,
то зачем завоевывать страну? В чем смысл становиться императором? Именно она помогла мне пережить годы войны и хаоса. Она поддерживала меня, когда я переживал бесконечную боль и невыносимые страдания. Это она помогла мне справиться со всеми ловушками и опасностями и дала мне тепло и надежду. Без нее я бы все равно был покойником. В чем тогда смысл моей жизни? Но если пойдешь, не умрешь напрасно. Если я умру, то предпочту умереть вместе с Юар. Додо, ты знаешь, это было мечтой в течение многих лет. Если бы мы с Юар могли умереть вместе, это было бы для нас прекрасным воплощением мечты. Брат, я понимаю твои чувства, но неужели ты пожертвуешь нами ради сестрицы Юй? Тебя совсем не волнует я, Шоу То, знамена под нашим командованием? Додо, послушай меня. Цель Хуан Тайдзи — это я. Он ничего вам не сделает. Запомните. Если до полночи я не вернусь, вы остаетесь на местах. Поняли? Не ходите в павильон Фэньи. Прошу, берегите себя. Брат! Я все тебе сказал. Готовься. Скоро придет Даргон. Госпожа. Принц Жуй, прошу. Госпожа, прошу сообщить императору, принц Жуй прибыл. Приветствую, Ваше Величество. Ты пришел, брат Даргон? Восьмой брат пригласил меня выпить. Разве я мог не прийти? Ты давно не видел наложницу Джуан. Наложница Джуан сильно похудела. Даргон, ты так наблюдателен. Она моя наложница, но даже я не заметил ее перемен. Ты правда заботишься о ней, раз заметил с первого взгляда? Мы давно не выпивали. Сегодня мы много выпьем и хорошо проведем время. Восьмой брат умеет пить. Я составлю компанию. Идем.
Это вино 30-летней выдержки. Отец привез его из Дзяньчжоу, когда еще был жив. Можешь почувствовать вкус дома? Хорошее вино. Эй? Почему ты налила мне меньше, чем принцу Жую? Налей еще. Вот теперь одинаково. Я старше принца Жуя, но я лучше умею пить. Восьмой брат, вы шутите? Я всегда сопровождал вас. Сопровождающий тоже имеет шанс продвинуться. Но независимо от целеустремлений, никогда не стоит забывать о старших. Как говорят, в любом деле есть свои правила, как и в любом обществе. В истории правила есть всегда. Не стоит недооценивать их важность. Если сопровождающие считают тебя достаточно крепким, игнорируют старших и хотят показать свою силу, ты знаешь, что конец может быть печальным. Брат, я прав? Господин Даргон, я не могу нарушить приказ. Надеюсь, все закончится благополучно. Принц Жуй, кто-то отправил тебе письмо, но по ошибке оно попало ко мне. Теперь я отдаю его тебе. Почему ты его не открываешь? Ну как? Содержание важно, не правда ли? Это глупая попытка вбить клин между нами. Если кто-то поверит в это, он будет еще глупее, чем Дзудашоу. Брат, ты и правда стал великим человеком. Можешь сохранять хладнокровие. Ты и прав. Я поверил. Не хочешь еще раз прочитать его? Наложница Джуан, налей принцу Жую еще вина. И мне тоже. Наложница Джуан, принц Жуй пришел сюда выпить со мной из-за тебя. Почему бы тебе не выразить свое почтение? Пью за вас, принц Жуй. Спасибо, наложница Джуан.
Здесь вино и еда, нас трое. Почему только я говорю? Хорошо, я продолжу. Я расскажу вам истории. Расскажу истории, чтобы развеять тоску. С первой историей Джуан знакома. Правитель княжества Джен убил Дуаня. Ну что, ты еще помнишь? Не хочешь рассказать? Ваше Величество, вы пьяны. Как это я могу быть пьян? Я умею пить. Я не запьянею от трех чаш. Хорошо, не перебивай меня. Я расскажу историю. В период весны и осени у правителя Джен был младший брат Шу Дуан. Его брат был невероятно умен, но совсем неспокойный. Он всегда думал о том, как свергнуть своего брата. Его брат знал обо всем, но не показывал этого. Позволял младшему устраивать хаос. Младший брат был самоуверен и считал великодушие брата глупостью. В итоге в один день он поднял восстание. Но вскоре он был разбит старшим братом. Вы думаете, эта история забавная? Почему ты не смеешься? Разве было что-то смешное? Это история о братьях, пытающихся убить друг друга. Ты, значит, любишь слушать истории, которые помягче. Хорошо. Я расскажу еще одну. В эпоху южных и северных династий был господин с фамилией Гао. Он влюбился в жену брата императора. Брат. Что? Разве тебе не нравятся истории помягче? Сегодня здесь я выпил немало. Я бы хотел вернуться. Даргон. Я только начал рассказывать историю. А у тебя уже кончилось терпение. Восьмой брат, не пейте много. Завтра у вас совет. Пораньше ложитесь спать. Я так рад, что мы пьем вместе. А ты меня? Зачем разочаровываешь? Принц Жуй, выпейте еще одну чашу. Это редкость видеть брата таким счастливым. Хорошо, тогда я выпью еще. Thank you.